Всем доброе утро. Выезжаем на тренировку. Сет сидит. Сетуля. Охрана чердака. Погода в этом году шикарная. Тепло. Для тренировок самое то. Жары нет, мух нет. Даже у нас дождик прошел. Пролил красный. Немножко грязи, конечно, но ничего. Мы даже за дождиком успели соскучиться. Мне же скачут. Ку-ку, свои. Утром. Серега, ты нас не запустишь? Копал. Копал. Нет, грабли. Спасибо. Езжаем в манеж. Тут уже Олеся скачет манежку пораньше с утра. Поскакали. Направляем коня на выход. Все, дебоку заезжаем. Сравниваемся. Стоять. Делаем остановочку. Вот нам как раз преграда одна, а с левой стороны преграда другая. Кто-то опять открыл и бросил. Вот. Если вы не уверены, ни верхом не выезжаете, лучше это сделать в руках. Поэтому постояли, посмотрели, похвалили, выезжаем. Все, топаем обратно. Погода шикарная. Просто. Пыхтим, немножко поингалируемся и пойдем на прогулку. Там даже копыта охладить. Лайфхак такой, тазик поставили и охлаждаем. Держим, пойдем гулять.